Востоком, то есть заповеднике. И у него была своя теория, что во время как раз ледникового периода люди здесь спрятались от холода благодаря уральским хребтам. Вот, и как раз он думал, что здесь хранятся живописи эпохи палеолита. И в декабре в 1959 году, улыбнулась удача, он правда нашел эти рисунки. Но ему никто не поверил, думал, что таким образом хочет прославиться. Но далее приехал Отто Николаевич Батов и задокументировал 50 изображений. То есть и правда находят здесь найденных живописи.